Здорово, друзья. Продолжаем проходить God Eater Resurrection. В прошлой миссии на срочном задании мы взяли замшу. И я наконец сделаю себе те широкие штаны, которые я хотел. Я даже очень рад. Вот они, вот эти, да, штанишки мои? Может, черные? Или белые будут красивее? Белые джинсы. Как вообще в этой юбке бегать? А, понятно. Это тоже штаны с юбкой. Типа фарту какой-то. Это вообще самурайские штаны. Юкимура. О, это я уже понимаю. Давай мне аптечки, просто у меня все потратилось. Всякие кбора-кбора нас чуть не отпинали. Так, синтез. Установить навык. Холодное оружие. Сорви голова в копье. Сколько будет дамаг? 398. Довольно-таки зашибенно. Мастер комбо. Усиливается комбо для атак ближнего боя в степени 2 и выше. Но это я не знаю, как делать. Поэтому я ставить это не буду. Уменьшает расход выносливости для спецприемов холодного оружия. Жалко то, что всего 4. Столько навыков нормальных. Уменьшает расход. Сила атаки увеличивается, когда выносливости меньше четверти. Блин, вот я не знаю, что убрать. Поэтому ничего убирать не буду. Так, следующее задание у нас. 7-я сложность. Заканчиваем, в принципе, ее уже. Замерзший город. Получено сообщение о крупном морозостойком арагами в старом городе. Похоже, это падший Борокбора. Опытного пожирателя богов просят выдвинуться к цели. Нужна огненная экипировка. Сакуя, Сома, Алиса. Это задание по нам по силам. Конечно, в каждой миссии, в каждой сложности столько заданий. Это, блин, вообще можно играть вообще. Столько времени потратить на эту игру. А если просто выполнять обычные задания, то можно, наверное, ее пройти часов за 15, мне кажется. Хотя я уже наиграл больше 30 часов в нее. Рыба. Нам твои собратья в прошлый раз чуть не отпинали. Так что поэтому... Ты сегодня будешь за них огребать. Сейчас мы огненную пулю возьмем. На, 133 хп. 511. Все, 4 патрона только хватает. Ну, в принципе, 4 патрона на 2000 хп тратит. Очень даже неплохо. Дай, блин. Нахрен ты меня бьешь своими ледяными какашечками. Она, кстати, уже мигает. Вот это мне пушка нравится даже очень. А, там же вроде у меня в щит еще выпадали. Усиление. Или я уже что-то путаю? Я уже, блин, немножко путаю. Не в каждом разе выпадают... Когда выпадают всякие новые, я иногда забываю их ставить. Я потом путаю, ставил я или не ставил. Куда ты? Я пулей промазал. Еее. По плавникам дамаг не проходит. Ты чё, э? Борзая такая рыба. Сейчас мы тебя убьем. Уже быстро, кстати, мигает. Кстати, почему-то огненного тогда мы мочили очень долго. Он вообще почти не умирал. А я быстро иду.
А этого вот мы... Пинаем, пинаем. Вроде 2 минуты всего прошло. Ну, 2 с половиной, округлим. А он уже почти дохлый. Алиса в состоянии истощения. Ну-ка, где ты там? Пошла ты, рыба! Аптека? Все, миссия выполнена. Пока я аптечку хавал, они взяли и добили ее. Молодцы! Оп! Ледяной рог Василиска, мушкет Василиска. Да, это изи миссион. Опа-на. Опа-на. Кстати, вот это можно взять. Тут я прыгаю пока. Чистая алмазная сталь. Задание выполнено довольно-таки быстро, мы его выполнили. Это очень хорошо, кстати. Здесь только можно сому. Я их добью, вы только будете мешать. Щит, щит. Пиромастер. Итак, следующее задание у нас, наверное, тоже на 7 сложности легкое. Сейчас я с ним поговорю, еще задание выполню. Раз, два, три, четыре, пять, шесть заданий. Иглы в канализации. Падший Борг Камлан, устойчивый к огню, мешает операции по поиску уцелевших материалов на химическом заводе. Он может вызвать разлив химикатов, поэтому его необходимо уничтожить. Отдайте предпочтение ледяному снаряжению. Борг Камлана. Этот скорпион, что он себе позволяет вообще? Мы уже много раз убивали этого скорпиона. Так что тут не должно возникнуть проблем. Падший Борг Камлан, интересно, а там вот было не написано, он красный или он золотой? Хотя какая разница, наверное, красный. Не ожидал, что мы придем, да? Самая крутая команда пожирателей богов. Ура, у меня всплеск. А где он? Ах ты скотина. Ах ты падла. Бейте его по лапам. У него лапы вообще слабое место. Дамаг просто так и летит по ним. Так, что там, ледяное оружие надо, да? Где я из-за травы его не вижу. 60 всего, 60 всего. Пожалуйста, не создавай нам проблем. Просто умри спокойно. Ты хочешь умереть? А я хочу, чтобы ты умер. Он, кстати, еще мигать даже не начал. Аптека. Аптека. На тебе. Блин, за травы ничего не видно. Куда ты? Ну тебе в жопу.
300. Так, ну ни хрена, ему нормально сносит. Ему надо вон туда в жбан только попадать. Ставь свой щит сюда. Кстати, мне Алиса пулю дала. Ах ты, блин, достал меня все-таки. Да иди ты в очко. Дай мне копье свое. Я поменяю на него. Хочешь умереть? Обнаружен Амур? Что такое? Что за Амуры? Вот это вот маленькая... Надо похилиться. Пятьсот, просто. Борг Камлан охренел. Сейчас мы с тобой тут разберемся. Он, походу, что-то нервничать стал сильно. Что-то бешеным каким-то стал. Нехило нам от него прилетает. Вот так. Меня промазал, думал, в эту штуку можно попасть. 300. 300. Дай косарь, мы потратили. Недолго уже пировать осталось, он уже мигать начал. Если мигает, значит, мы его уже потихоньку добиваем. Сейчас мы немножко его отпинаем. Еще попинаем, потом я в него постреляю. Кстати, может, я у него... Патрончики соберу. Получай. Получай. На тебе. На тебе. О, блин, я промазал. 17. Блин, промазал пулей. Закончились потры. Хотя у меня еще 3 потра есть. На тебе. Давай, не будь букой. Умри, пожалуйста. Кстати, он уже быстро мигает. Красавцы мои друзья, убили его. Довольно быстро мы его убили. Давайте мы вот это поднимем. Нектар. А вот это мы у него заберем. Так, миссия выполнена. 5 минут. Ну, почти 6 минут потратили на эту миссию. Но это недолго. Быстро мы его отпинали. Никто не умер, никто не погиб. Так что поэтому мы суперкоманда. Мы команда Actimel. Убить рогами наша цель. О, Усаку и 3, я ей дадим. Побазарим? Можно тебе на минутку? Обещаю, надолго не задержу. Конечно, можно. Узы при пожирании, оценка узы врагов 9 уровня. Атака в дальнем бою. А вот и ты. Если есть время, посиди со мной, я угощаю. Вы разговариваете о персонале дальневосточного филиала. Вы обсуждаете привычки Коты, Алисы и других бойцов отряда обороны. Я очень рада. Приятно слышать, что ты ладишь со всей командой. Ну конечно, я ж капитан, а эти все мои друзья. Так, 7-я сложность. Горящие пути.
Установлено, что бойцы исследовательского отряда, работавшего в руинах завода, пострадали от обморожения после нападения падшего Квадриги. Его нужно нейтрализовать, пока не пострадал еще кто-то. А здесь кто? Здесь эфиры. Здесь магматический Борг Камулан Полярный Квадрига. Двух полярных Борг Бора. А здесь... Одного Конга, одного свирепого Конга и падшую Сариэль. Ну давайте, это миссия. Аптечки. Падшего Квадригу надо мочить. Довольно, наверное, не составит труда, должны его убить. Если он один там вообще будет, ни всяких мелких не будет, которых надо будет убить, чтобы они не мешали. Опять на этой карте. Только что здесь Борга Камлана били. Опять здесь уже появился. Новый Арагами здесь появился. А вот и ты. Привет. Привет, привет. Ох ты, блин. От всех с ракетами тебя сломаем. Я уже давно играю в эту игру. Я уже знаю слабости каждого рогами. На тебе. Сейчас мы Квадригу убьем. Потом будем выполнять сюжетное задание. Помогать Сюну. Я, правда, хотел в прошлой миссии. Ой, в прошлой серии. Сюну помочь. Но там было задание. Это срочное задание. Которое там еле выполнили. И взяли замшу. Теперь вот у меня такие беленькие штанишки. Сейчас Квадрига получает люлей. Так не сила даже огребает. От... Рогами отравлен. На тебе. Сколько я ему если туда попаду? Блин, я попал вообще? Вау! Почему у меня вот этот лось? Напоминает лось из Ведьмака. Третьего. На, это что, я так стрельнул? Так-то вроде бы неплохо, но тебе капец. Давай, сейчас мы будем тебя мочить. Он уже, кстати, мигает. Я вот только, не знаю, давно он начал мигать, но я только вот посмотрел на карту. До этого что-то я на нее не обращал внимания. А тут смотрю, он уже мигает. Мы вроде только бить начали. О, меня похилили, отлично. Да блин, да я у тебя возьму пули-то. Не могу пулю у него взять. О, взял, неужели? Рогами в ярости, аккуратней. Тише, тише, тише. Наверное, огненные пули лучше будут на него. Ого, нихрена, она ему сносит жестко. А рогами отравлен, это хороший знак того, что он сейчас будет умирать. Кстати, он сейчас уже должен, по идее, быстро мигать. 650 хп.
За удар-то нехило ему, конечно, тратится. Стой! Куда ты побежал? Командная пуля от Алисы. 400. Вот! Давай, Алиса, еще пульку мне. Есть, Паша Квадрига уничтожен. Быстро мы его убили. Даже 5 минут не прошло. Абсолютно фантастик. Ледяная броня Плутона, морской арсенал Плутона, жир Плутона. Так, это мы заберем. Быстрорежущая сталь. Быстрорежущая сталь. И все. Сейчас будем помогать Сюну. Раз я ему обещал, еще в прошлый раз, там сложились другие обстоятельства. О, Сома, 3, сейчас получишь ты. Ладно, хотя приятного тут мало. Чё тут мало? Мне нужно с тобой поговорить. Опять будешь мне рассказывать про... О, копье улучшить можно. Атака пушкой в щит. Мастер концентрации в щит. 10 левела выпадают. Ну что, у тебя все в порядке? Вы разговариваете о жизни дальневосточного филиала. Вы мало что сказали друг другу, но разговор, тем не менее, вышел плодотворным. Когда речь идет о выживании, полагаться надо только на себя. Спасибо. Запомним. Синтез. Установить навык. Холодное оружие. Искоренитель. Атаки по рогами, не являющиеся основной целью, усиливаются. А нахрен мне эти рогами? 401 дамаг стал. Это тоже жестко-жестко. Оценка за врагов 9 левела, а у меня здесь какого? 7. Остаток ОЗ Арагами становится видимым на мини-карте. Кстати-ка. Этому можно оставить какое-то другое копье. Если создать снаряжение, холодное оружие. О, я могу вот это копье сделать. И вот это могу сделать. Здесь только дамаг. Кстати, а почему я еще не могу 8 левела делать копья? Штык. Вот это выглядит вообще охрененно. А вот это тоже. Шип огненного рыцаря. Искристый камень оракула не хватает. 388 дамаг. А тут 356. А тут 349. Ой, я могу вот это сделать копье. Оно как бы огненное. Копье змея. Клык змея, рог змея, мягкое железо змея. Броня змея, шлем змея. 7 класс. Так, помогаем Тюперсюну. Эй, можешь мне помочь? Несколько дней назад на лугах уничтожили нескольких чаю, но стая была большая и кто-то мог улизнуть. Поэтому мне нужно сходить и проверить. Это простое задание, но Карл типа заболел и не хочет выходить из своей комнаты. Ты же не подведешь? Поэтому я хочу попросить тебя помочь. Давай, я тебе помогу. Вот это я понимаю. Так, погоди, я кое-что забыл. Погуляй пока немного. Как ты разговариваешь с командиром? Погуляй пока немного. 8 сложность, задание. Темное крыло. Что за дурацкое задание? Искать выживших после нападения чью? В любом случае надо его выполнить. Где-то там еще видели падшего чью, так что искристое оружие нам в помощь. Мы же не хотим отбросить коньки, верно? Да мы не отбросим. Сюн, Сакуя и Сома. Да, давай хиллера мы с собой возьмем и ближника. Типа такой в кепке, типа я такой рэп-рок. Надеюсь, это задание не заставит труда. Убить одному чью, там, наверное, да, падшего и все. Даже не искристое оружие, да? Я промазал. Сейчас
Сейчас выгляну. Это что, типа... А, это громовой, что ли, который? Ух ты! Вот, блин, ни хрена, он мне вмазал просто, я аж охренел! Сюн, полечи меня! Чё, бешеный? Ты чё творишь, блин, чё не сказал рыба? Птичка! Эй, воробей, иди сюда! Арагами отравился? Это хорошо. Крылья бы ему сломать, чтобы он не выпендривался здесь. Нихера он сносит. Он что, вообще дурак, что ли? Никогда же столько не сносил. Опять отравился. Низом будем бить, пока не сломаем ему низ. 40. Когда я уже умереть успел? Фига, он мне сразу 10 снес. Умри! Парализован, отлично. Кстати, он уже мигает. О, световые пули вон, дамаг наносят. Интересно, огненные покатят? Где ты? Иди сюда! На, 100 хп всего этим ударом. Я хочу огненные пули. Оба-на, огненные нормально наносят. Блин, не хватает на пулю. Оп! Ты чё, а? А чё это у него? О! Гасите его, пока он тупить стоит. Кстати, уже должен умереть. Есть, мы уничтожили падшего Чью. 3 минуты 10 секунд. Блин, но он так долго делается, надо его изменить. Птичья жила, и что-то там еще было. Искристый камень Оракула. Это типа один против... Один не мог победить эту птичку. Боялся один идти. Ну ладно, хотя одному... Чё я тебе говорю? Одному лучше не ходить. Мало ли чё. Всегда лучше просить у друзей помощи. За выполнение задания дается больше расходуемых предметов. О, давай тебе дадим. Атака в ближнем бою 10 уровня. Эффект предмета и покой. Хотя у меня и так вроде атака в бою 10 уровня. Так. Следующее, какое у нас будет задание? Здравствуйте. Тацуми интересовался, сможете ли вы помочь ему с заданием? Я смогу ему помочь с заданием, но... Сначала выполним... Вот здесь еще у меня 4. 1, 2, 3, 4. Вечерняя афера. Эфиры, обитающие вблизи авианосца, стали серьезной помехой для транспортировки грузов с эгиды. Для их уничтожения требуется пожиратель богов, обладающий световым снаряжением. Сако Ясома... О, давай Коту возьмем с собой. Давно он с нами не ходил. О, давайте найдем, что делаем. Личные способности. Сакуя. Лечебный луч, бережливость. Может, уже 3-го левела есть? Нету. Ого.
Лечебный всполох, расходующий много ОО, бьет недалеко, восстанавливает много УЗ. Дает доступ к всполохам, восполняющим УЗ и снимающим ослабление. Всполох помощи атака. Дает доступ к всполохам, восполняющим УЗ и увеличивающим силу обана. Где там? Лечебный всполох? Вот это изучим. Отлично. Ядовитая пуля С. Ядовитая пуля сканер С. Усиленная пуля, различающая своих и чужих. Давай это выучим. Новые приемчики не помешают. Итак. Пуля сканер. Лечебный луч. Дает доступ к целебным лазерам, дает доступ к лазерам, восполняющим УЗ и снимающим силу атаки. Давай на дамаг все. Отлично. И тяжеливость. Так. Чем УЗ-3, давай. Тебе выучим УЗ-3. Запас ловушек. Так, обычная пуля L. Поэтому тебя выучим, братан. ОЗ второй можно убрать, в принципе. Снижение урона, стойкость. Что там внизу есть? Лечебная пуля. Лечебная снаряд настройка. Дает доступ к целебным пулям. Ослабляющая пуля. Пуля захвата. Обездвиживает противника. О, давай вот это тебе. Пуля захвата S. Выучиваем тебя. Теперь вот это выучиваем. Отлично. В принципе, ловушками я не пользуюсь. Ну-ка, давай лечебных столбов больше носи. Так, теперь давай Сома. УЗ при пожирании 3 есть. Не то. Смиряющие удары. Нету. Снижение урона. Снижение урона 3 вон. Выучиваем. Отлично. Ядовитые удары 3 есть у него? Нету. Жаль. Вот мы немножко... Ну, Алисе попозже. Она со мной пока не в команде. Эфиров надо отпинать. Сейчас отпинаем. Хоть бы там он только один был. Вот он один, отлично. Па-п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 а
Усика рогами. Не попал, что ли? Или не доходит? А, не попал, попал. Эх, Сариэль. Нахрен ты в эфира превратилась? О! О, нихера себе. Вообще ничего не видно. Где там она? В свете своем там сидит. Да пошла ты нахер! Подлюка такая.
Отлично! Блин, меня втащило. Я пока аптечку захаваю. Сейчас с метра я стрельну в нее. На, 58. На, 58. Тварина. Ах ты говно. Убила? Не, не убила, отлично. Фух, спасибо, Сакуя. Похилила меня. Отлично, сейчас мы будем этого отпинывать. Давайте! Не подводите своих пожирателей! Меня убили! На тебе, тварь. На тебе, олень. О, мы ее что-то разрушили. Фартук. Отлично, убили. Убиваем потихоньку ее. Но она, блин, до сих пор что-то не мигает, нихера. Сдохни, 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 сдохни. Давай, сейчас начнешь мигать, и уже подохнешь, падла вонючая. На тебе. Мало хп сносит, что-то вообще капец. А я опять сдох. О, не, не сдох. Давай, похилимся, похилимся. Опа, опа, опа. Какой же этот тупой босс вонючий, на. Просто не понимает, что ей капец пришел. О, мигать начало. О, оп. На, 60 хп. Упала. Yeah, it's working, yeah. Сейчас уже она. Отлично. Голову ей сломали. Обнаружен амур. Как его ядро добыть у этого малявки? Стой! Ты куда, малявка? Иди сюда. Где он? Ну мы убили этого малявку, а куда он делся-то? Ты чё, херел, а? Бичара безмозглая. Давай, мочим её. Она уже вон мигает. Если мигает, значит на неё хп потрачено. Эфир в ярости. Эфира в ярости. Не понимает, с кем связалась. На тебе. Все удары мазнул. Противоядие. Это мои жизни.
На, 60 хп. Тут вообще мазанул. Тут опять мазанул. Она вот попала в меня. Тварь такая. Кстати, она еще подыхает. Давай, подохни. Ты не поняла меня? И пора уже на пенсию. Ее, уничтожили эфира. Все, эта миссия выполнена. Еще Амура уничтожили заодно. Перо дьявола, дьявольское одеяние выпало. И, в принципе, и все. Так сказать, все. Мифрильское серебро. Успею? Конечно, успею. Керамическая пластина. Ну, значит, вот так мы выполнили миссию. Давай котяре дадим. От автовосстановления выносливости. Беззвучно. Автоприцел 7-го левела. Да, меня здесь один раз отпинали даже. Все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи. Пока. Goodbye, Америка. До свидания, друзья.